Джим Йылмаз и Дафне Самьели были образцом любящей пары, пока в их отношения не вмешалась ревность. Кто же стал причиной расставания двух звезд? Это имя вам прекрасно известно. Известная певица и актриса Дафне Самьели и любимый турецкий комик и режиссер Джим Йылмаз, которые в течение 2 лет проживали очень красивую историю любви, неожиданно расстались. Звезды отказываются комментировать причину своей размолвки, однако турецкие СМИ все же выдвинули свою версию, и она оказалась довольно неожиданной. По утверждению ведущих телевизионной программы «Вторая страница», причиной расставания звездной пары стала Сиренай Сарыкая, с которой Джима познакомил его друг Азан Гювен. Напомним, что Азан и Сиренай снимались вместе в сериале «Фичипи» и продолжают поддерживать дружеские отношения после завершения работы. Кстати, сам Джим тоже появлялся в сериале, но тогда отношения с Сиренай у них не сложились. 19 апреля Сиренай побывала на представлении Джима Йылмаза и познакомилась с ним поближе. Однако слишком близкие отношения Джима и звезды мюзикла «Алиса в стране чудес» не понравились Дафне Самьели. Пара поссорилась из-за кризиса ревности и приняла решение расстаться. Имеет ли ревность Дафне какие-то реальные основания или же это просто недоразумение, которое вскоре разрешится, мы узнаем в самое ближайшее время. Мы будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами и не забывайте подписаться на наш канал.